открывается, но теперь ветви закрыли. Скворечник. Ой, комары кусают. Скворечник для нелетающих птиц. Ой, посмотри, какие злые комары, а. Ужасно. В этом парке было 9 маленьких... Это гора ангелов. Ой. И в конце большого пруда островок любви. И мы обычно говорим, если кто-то там встретился на островке любви... Это дорога, ведущая к старой мельнице. Здесь так же, как в Литве, много деревянных скульптур. Это наша детская площадка, тоже кормушку создали в связи с этой птичьей тропой. А вот эту идею солнышка нам принесла наш садовод из Америки, чтобы дети могли лазить, прыгать, сесть, присесть. Ну, такую. Так что для детей очень мало пока еще. Я так думаю, что это на деревьях вешают молодожены. Да? Колокольчики у нас вешают замочки, а в Латвии вешают колокольчики. Дуб любви называется. Дуб любви был место встречи Эрика и его любимой девушки. И теперь сюда приходят наши молодоженные, которые оставляют дубу любви дар. Эти два колокольчика, которые соединены между собой. Это не только дар, это и просьба получить как бы силу от дуба любви для своей общей жизни. И уже примета, которую мы сами завели. Если колокольчики удается забросить с первого раза, значит жизнь будет как колокольчиком, которые ветви созываются. Если нет, но это случается очень редко, значит кто-то недосказал все тайны. И надо на ушко быстренько рассказать и бросать еще раз. Но, как я сказала, это бывает очень редко. Был случай, когда отмечали 25-летие брака, тогда бросала пара 7 раз. Они там менялись и рассказывали разные вещи из своей жизни, что же там они притаили для другого. Пройдем дальше к воротам графа Мельника. Это любимая девушка Эрика. Сейчас рассказывает о привидении замка. Она гуляет по замку. Можем встретить и днем, и вечером, но ночью не знаю, девушки обычно не говорят, что ночью ее слышали. Слышатся ее шаги, она иногда показывается на зеркале второго этажа, которое старое у нас зеркало, и иногда можно ее увидеть на фотографиях, как легкую тень или как колобок какой-то так на вестибюле, на лестнице, в зале. Ну, иногда бывают такие вещи. Первый раз она была после мировой войны, когда местные люди там искали меч с золотой рукояткой. Там в конце находится разрушенная гробница. Один из хозяев, Алексис, в конце аллеи. Но, как историки говорят... Кафе, но будем очень терпеливы, так как у вас разные блюда, и ваш директор знает список, кто что захотел, да, мы постепенно будем как бы приносить эти блюда. Здесь мы будем ужинать. Да, так что можете уже занимать места. Мы сюда. Ой, ты заняла уже. Ой, можно я на ту сторону тогда? Тогда мы здесь. Давайте. Лен.
Или я заняла? Где? Вот. Садись, надо. Да, вот, что там? Бегу, садись, я постою. Я Полинке. Второй сейчас. Это мы будем кушать. Давай, ноги вниз. Пора, как это? Я тебя поймаю, обещаю. Давай, просто... Еще раз хочешь? Ну, мы разберемся там, что нафотографировали. Да, Лен? Да. Разберемся. Что засняли? Если нет, но это случается очень редко, значит, кто-то не досказал все тайны. И надо на ушко быстренько рассказать и бросать еще раз. Но, как я сказала, это бывает очень редко. Был случай, когда отмечали 25-летие брака, тогда бросала пара 7 раз. Они там менялись и рассказывали разные вещи из своей жизни, что же там они питали. Пройдем дальше к воротам графа. Да, но она примет ей. Скворечник, ой, комары кусают. Скворечник для нелетающих птиц. Ой, посмотри, какие злые комары, а. Ужасно. В этом парке было 9 маленьких... Это гора ангелов. Ой, ой. И в конце большого пруда островок любви. И мы обычно говорим, если кто-то там встретился на островке любви. Это дорога, ведущая к старой мельнице. Здесь так же, как в Литве, много деревянных скульптур. Это наша детская площадка, тоже кормушку создали в связи с этой птичьей тропой. А вот эту идею солнышка нам принесла наш садовод из Америки, чтобы дети могли лазить, прыгать, сесть, присесть. Ну, такую. Так что для детей это мало пока еще. Я так думаю, что это на деревьях вешают молодожены. Да? Колокольчики у нас вешают замочки, а в Латвии вешают колокольчики. Дуб любви называется. Дуб любви был в местах Эрика
и его любимой девушки. И теперь сюда приходят наши молодоженные, которые оставляют дубу любви дар. Эти два колокольчика, которые соединены между собой. Это не только дар, это и просьба получить как бы силу от дуба любви для своей общей жизни. И уже примета, которую мы сами завели. Если колокольчики удается забросить с первого раза, значит жизнь будет как колокольчиком, которые ветви созываются. Если нет, но это случается очень редко, значит кто-то не досказал все тайны. И надо на ушко быстренько рассказать и бросать еще раз. Но, как я сказала, это бывает очень редко. Был случай, когда отмечали 25-летие брака, тогда бросала пара 7 раз. Они там менялись и рассказывали разные вещи из своей жизни, что же там они притаили для другого. Пройдем дальше к воротам графа Мельника. Это любимая девушка Эрика. Сейчас рассказывает о привидении замка. Она гуляет по замку. Можем встретить и днем, и вечером. Но ночью не знаю, девушки обычно не говорят, что ночью ее слышали. Слышатся ее шаги. Она иногда показывается на зеркале второго этажа, которое старое у нас зеркало. И иногда можно ее увидеть на фотографиях, как легкую тень или как колобок какой-то так на вестибюле, на лестнице, в зале. Ну, иногда бывают такие вещи. Первый раз она была после мировой войны, когда местные люди там искали меч с золотой рукояткой. Там в конце находится разрушенная гробница. Один из хозяев Алексис. В конце аллеи. Но, как историки говорят, кафе, но будем очень терпеливы, так как у вас разные блюда, и ваш директор знает список, кто что захотел, да, мы постепенно будем как бы приносить эти блюда. Здесь мы будем ужинать. Да, так что можете уже занимать места. Мы сюда. Ой, ты заняла уже. Ой, можно я на ту сторону тогда? Когда мы здесь? Давайте. Лен. Говорю, я заняла. Где? Вот. Садись с нами. Я вот. Что там? Бегу, садись, я постою. Я Полинке. Это мы будем кушать. Я тебя поймаю, обещаю. Давай, просто... Еще раз хочешь? Да. Ну, мы разберемся там, что нафотографировали. Да, Лен? Да. Разберемся. Что засняли? Значит, жизнь будет как колокольчиком, которые ветви созываются. Если нет, но это случается очень редко, значит, кто-то не досказал все тайны. И надо на ушко быстренько рассказать и бросать еще раз.
Ну, как я сказала, это бывает очень редко. Был случай, когда отмечали 25-летие брака, тогда бросала пара 7 раз. Они там менялись и рассказывали разные вещи из своей жизни, что же там они питали. Пройдем дальше к воротам брака. Не так было сильно. Да, но она примет ей. Которую граф Мелин строил для себя, для своей жены и наследников. В гробнице и были похоронены все члены этой семьи до 1912 года, когда застрелился Эрик. Теперь гробница в полуразрушенном виде, так как она рухнула от веса деревьев, которые росли над ней. Это была единственная гробница в Латвии, построенная под горой. Копали нишу, укрепляли кирпичами и внизу делали упокой. Но, к сожалению, такая беда с гробницей случилась. Разрушена первый раз она была после мировой войны, когда местные люди там искали меч с золотой рукояткой, с которым как бы похоронен один из хозяев, Алексис Горан. Но, как историки говорят, с такими вещами не хоронят. Это оставляют. Так надо было сесть. Подальше отойдет Люся. Надя. Ай, спасибо. Ой, девочки, спускаемся, нас ждут. Нас ждут, спускаемся. Там кто? Курточка с войны. Ой, нос там. И по списку.